Итак, всем привет! Ко мне пришла посылочка с Китая. Сейчас будем ее распаковывать. Вот такая вот упаковочка. Это, как я думаю, должен быть штатив для мобильного телефона для более удобной съемки. Упаковано вот в такую вот, о, один проколотый, купырчатый. Так. Вот так это было упаковано. В привычном понимании обычно идут пупырчики кружочками, а это вот такими трубочками, интересно. Так, пока брошу здесь. Давайте посмотрим, значит, вот такой чехол. И... Та-дам! Достаем. Ой! Упала вот такая вот штучка. Видимо, это крепеж. Непонятно, какая-то очень слабая, мягкая штучка. Не очень качественная. Но это вроде более-менее все достойно. Значит, вот такой штативчик. Можно раздвигать. Так. Так, как бы вам сейчас показать. Значит, здесь поднимается. Здесь как-то регулируется. Надо будет разобраться. Здесь есть уровень. И, собственно, сами ножки. Сейчас вернемся. Так. Есть несколько уровней, вот так вот, наверное, они открываются, да, и вот так вытаскиваются. Высотой она достаточно будет длинная, где-то, наверное, ну, метр, наверное, высота есть, где-то так. Вот такая вот интересная штука к нам пришла. Так, это чтобы не выск... Ой! Что это оно хочет у меня уже? Сразу поломаться? Ой-ой-ой. Интересно, как тут еще со всем этим разобраться? Какие-то крутелочки, крепежи. Ну, собственно, с этим нужно ознакомливаться чуть позже. Так сразу не разобраться. Вот все это можно будет опять сложить в чехольчик. Такой примитивный, обычный, как обувь хранить. Только, может быть, чуть грубее. Все, всем пока-пока. Теперь мне будет удобно снимать видео. Итак, я уже разобралась, как пользоваться этим штативом. Мне он безумно понравился. Это очень удобно. Купила я его за смешные деньги и вообще ни капельки не жалею. Он гораздо круче, чем я ожидала. Вот. Всем пока-пока!